Мама дает денег лишь на завтраки в школе? Так начни зарабатывать на своих файлах. Сервис skachay.com позволяет зарабатывать на скачивание ваших файлов с космической оплатой от 1.5 рубля до 3 рублей. Не ленись и беги зарабатывать. Ссылка в описании. А я ему и говорю, давай я тоже стану бьюти-блогером. Я могу крем для рук рекламировать. Привет, моя империя. Чё-то я так подумал, давайте-ка мы с вами сегодня потрендим на тему моды. И я за новинками моды, к сожалению, не успеваю. Ну, а кроме аж сандалий с носками. Ну, кроме мега-прически и усы, как у поёбанной лисы. Знаете, иногда так выбираюсь в город Москву. Moscow never sleep. Ну и можно обратить внимание, как люди одеваются-то. Я-то, парень-то обычный, гопник, фу, блять, быдло. В общем, нихера я не умею одеваться. В общем, смотрю я на молодежь и становится то ли завидно, то ли я нихера не понимаю. Подвороты эти, джинсики рваные. Хуй с ним бабы, они тупые существа. Ой-ой-ой. Хуй с ним бабы чудят. Парни-то даже не отстают. Тёлочки эти, ухоженные. Фу, блять, о чем я? Я сразу вам скажу, я не осуждаю никого. Но ёпта, ходить в рваной одежде, это чё, бля, модно? Я тогда тоже стильный. Я пошел дальше. У меня носки рваные, трусы рваные. На футболочке где-то дырочка есть. Ну и не сказать, что я это специально делаю. Организм у меня такой. Мода требует дырок в одежде. Я знаю. Ну, конечно, как мне не знать-то? Что некоторая молодежь настолько бежит за модой, что начинают жопу рвать. Сначала один другого модным делает, потом другой другого. Я тоже попробовал и понял, что мода не моё. Шутка, блядь, смейся. Как вы к этому относитесь? Пишите комментарии. Да, и давайте так, комментарии еще пишите, на какую тему поговорить. То херобору всякую несу. В общем, все, подписывайтесь, с вас лайк и до встречи. Кто, блядь, взял мои модные рваные трусы? Ты, сука, усатая.